В селе Акшукур прошел турнир ТУП «Караган Барсы». На ставших уже традиционными состязаниях свои силы продемонстрировали 10 палуанов со всех населенных пунктов района. Помимо развития пропаганды национальных видов спорта, организаторы отбирают батыров для соревнований уже на областном уровне. Прозвище Заманбека Ходжаназара – Кокбыры. Сегодня он защищал честь села Акшукур. Выйдя на ковер, Заманбек одержал победу над соперником с явным перевесом. Это уже его третье участие в турнире ТУП «Караган Барысы». В прошлом году Кокбыры занял третье место в региональных соревнованиях. Конкуренция на соревнованиях высокая. Соперники очень сильны. Я вышел против бойца по имени Сарсен. Одержал над ним победу с явным преимуществом. Мы еще будем бороться. Приложу все силы, чтобы стать победителем соревнований. Подготовка хорошая. В этом зале мы занимаемся. Во время соревнований борцов судили специалисты и на каждом этапе выбирали лучших. За нарушение участники могли лишиться права выступления. По словам организаторов, интерес молодежи к этому виду борьбы с каждым годом растет. Увеличилось и количество спортсменов-участников. Следует отметить, что вес борцов сегодняшнего турнира составляет более 90 килограмм. Это особенность конкурса. Ребята меньше этого веса не могут принимать участие. Другими словами, он не относится к абсолютному весу. На ковре могут встретиться подростки весом 90 и 160 килограмм. Здесь опираются не только на силу. Победа будет за удачливым спортсменом. Достойные борцы. На протяжении года они готовятся к республиканскому этапу. Я тоже участвовал. В этот раз дорога молодым. По итогам турнира Серикболсун Талгатулы удостоен номинации «Зрительская симпатия». Третье место занял Нурбулат Бердимуратов. Заманбек Ходжаназар завоевал второе место. Первое место присуждено Жарасу Саудабай. Все три спортсмена будут защищать честь района на региональных соревнованиях, которые пройдут 5-6 мая. Победители области получат путевку на турнир «Казахстан Барысы». Асель Канширова, Баужан Нескул, Дидар.